что нам пойдет в зачет? Мне говорят, что у меня отсутствует талант. Мне говорят, кому нужны твои стихи и рок-н-роллы? Какой же нахрен из тебя рок-музыкант? Да и поэт точно такой ты, несерьезный. И говорят, не можешь ты не понимать, если способен сочинять ты анекдоты. Не дан тебе природою талант, оставь свои ты эти натюрморты. Горько мне слушать эти страшные слова. Может, действительно я недопонимаю, что все, что делаю я, просто чепуха, как граффити на сельском на сарае. Но 40 лет я поработал на других, на комсомол, на партию, на государство. Тогда никто не осуждал серьезных дел моих. Был правильным я, из толпы не выделялся. Служил и строил, и стал доктором наук, книги писал, готовил аспирантов. Налогов сотни миллионов внес на круг. Теперь стать захотел рок-музыкантом. Но стоило заняться мне своим, тем, что всегда хотел я делать в этой жизни, как вызвал я насмешки, остракизм, сильные шаблоны в жизни стадных организмов. Ведь я не требую ни у кого и ничего, не заставляю ни читать себя, ни слушать. Делаю то, что мне назначено судьбой, то, к чему с детства я неравнодушен. Все, что я делал до того, в счет не идет. Все это было подготовкой к цели высшей. Лишь исполнение призвания в зачет пойдет, когда буду стоять перед Всевышним. Не перед вами там ответ держать мне почему. Я не исполнил здесь того, что поручили. Поэтому меня простите вы за музыку мою, но буду сочинять рок-н-роллы до могилы. О существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор вам ищет эссе. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук, СД.